Где это мы? Чё, в тюрьме? Не, как это сломать? Стой, не ломай. Вдруг нас за это накажут. Короче, ребята, всем привет. Произошла неожиданное что-то... Что-то странное, неожиданное. Нас, короче, посадили в тюрьму. За что? Не понимаю. Помните, мы в психушке были? Вот теперь тюрьма. Ну, короче, стоп. Меня что-то зовут. Я ща... Мне отпирают дверь. Мне надо выйти. Меня кто-то зовет. Ща. Я вы... Выпустите меня. Ребята, как вы поняли, это новый пранк над Димоном. Ну, короче, это будет необычный пранк. Мы притворимся полицейским и... Прикинь, меня выпускают. А меня? Тебя сказали, пока что еще оставят. Может, даже на исправительные работы пошлют. Ну, короче, ты там оставайся, а я тут пока буду зарабатывать с ребятами. Ребята, делаем полицейского. Вот как-то так. Или где здесь шляпа полицейского? Где наш сержант Кукареку? Блин, не хватает. Ладно, будет такой вот полицейский. Так, рюкзак. Ему без рюкзака. Хвост вот маленький будет. И, пожалуй, будет вот полицейский. Где «ц» с этой непонятной полицей? Где «и»? Полицейский. Нет, лучше сержант. И, короче, тебе сейчас говорят, какой-то сержант присоединится. Будет решать, что с тобой делать. Блин, что это я ЖД ввожу? Подключиться. Ребята, мы пока что микрофон выключили. Зайдем сюда и выберем какое-нибудь оружие нормальное для сержанта. Например, у него обычный пистолет, ладно. Не такой пистолет красочный. То это какая-то тюрьма. Тюрьма ЦРЭ королевство какое-то. Может, золотые калаши? Или вот вообще? Которого звука стрельбы нету. Да где же его камера? Где он? Где его камера? Говорил я, что надо было другой участок выбирать. Они... То да сё вообще. Где этого Димку поместили?
Что это за звуки тут еще? О, вот он, Димка. Так, подъем, выходим. Так, не бейте, иначе будет плохо. Короче, идем за мной. Если будешь бить, то будут последствия. Так тише. Где ты? Сбежал это. Где ты? Ну все, ты меня разозлил. Точно тебя на исправительные работы пошлем. Стой на месте! Иначе... Иначе срок продлю. Где выход-то? Ну ищи. Главное, чтобы я в ней не запер. Эй, побег! Понял, что повторится, если будешь так делать. Стой на месте, руки вверх. Руки вверх! Иначе сейчас пристрелю. Стоять! Куда ты убежал? Ну все. Точно не вернешься отсюда никогда. Ну быстро в тюрьму. Выход. Радуйся, что я тебя в столовке запер. А мы, ребята, пока что уходим из поля зрения. И берем вот такие вот порталы. Появляемся на крыше. Убираем эти порталы. И следим за ним. На, ребята. Не лучшее место, чтобы следить. Сейчас будем его продолжать. Сейчас мы ему что-нибудь такое, например, суп глазастого Джека. Че, он пытается это выломать? Что это? Ща, ребята. Это твоя еда, ешь ее. И в камеру. Ребята, как это событие происходит так вообще. Ща. А! Ребята, я упал. Ребята, баги. Фуф. Нет, не кикайте меня. Ребята, у меня выключен микрофон. Так. Где он? Ну все, ты меня разозлил. Сейчас такие последствия будут. Ох, знал бы ты, какие будут последствия. Где ты? Куда ты сбежал? Куда ты сбежал? О, вот ты где! Откуда ты оружие взял? Сейчас еще посмотрим, кого будут последствия. Последствия знаешь, какие будут. Вообще, последствия будут
очень плохие. Где ты, я тебя потерял? Где ты? Вот он какой. Где ты? Ну все, ты меня разозлил. Теперь ты знаешь, что не выйдешь всю жизнь из этой тюрьмы. Понял? А мы, ребята, тем временем включаем микрофон и заставляемся дверками. Потому что у нас осталось уже мало хп. И сейчас мы сделаем над ним очередной пранк. Если он решит зайти, то сразу же пожалеет об этом. Потому что порталы, которые я поставлю перед входом, будут вести прямиком вот туда. За карту. Поэтому это очень жестко. Посмотрим, как ты решишься на что. Если тебе хочется выбраться из этой тюрьмы, тогда я тебе подскажу. Иди через кирпичную стену. Сейчас, ребята, ой, как пранк заработает. Он даже меня увидеть не успеет. Мы прячемся, включаем третье лицо. Иди через кирпич. У тебя же пучка. Ребята. О, господи. Пучка. Ребята, господи. У меня тут даже это... Фуф. В столовке. Кирпичная стена. А мы-то, ребята, Может, не та столовка? А, не та столовка, наверное. Без камер столовка. А то какая столовка с камерами? С тюремными. А, это будет жесткий пранк. Ага, вижу. Ну все, мы становимся сюда. И все. И смотрим. Чего? Ну все, ты сломал. Видите, какой? Он мой пранк сломал. Он мой пранк сломал. Видите ли? Ну все. Ну все, тебе точно будет после этого не заснуть. Я падаю. Все. Сейчас, ребята, тем временем мы чикен Федора обратно. И ща, чтобы не вот не. Что там, как у тебя дела? Сержант свалил, я его замочил. Все. Я сейчас, короче, приду, меня все-таки не выпустили, оказывается. Сейчас жди, я приду. Понятно. А вы, ребята, не переключайтесь. Я
короче, сейчас приду. Я вон уже подъезжаю. Вот, делаем. Так, вот дверку уже открывают. Так вот. Ну, короче, мы с тобой сейчас встретимся, наверное, где-нибудь. Где ты? Где ты? М? Я в столовке. Где еще? Слушай, у меня тут есть вариант, как сбежать. Подожди, никуда не беги из столовки. Я тебя хочу найти. Так, где ты? Хуя, я тебя что видел? Ты в другую сторону прошел. А? 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 О, привет. Короче. Привет. Меня тут... Ща, отойди. Я тут буду секретные кое-что делать. Короче, иди за мной. Подожди, стой, не входи в портал. Этот портал может выбросить либо в лес, либо в бездну. Ща, я отойду. Если я попаду в бездну, то у меня будет с собой хотя бы супчик. Он на вот этой платформе. Ну что, ты первый. Это был пранк. Ну все, это уже был второй пранк Чикенгана, ребята. Мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если что, мы играли на карте тюрьма. Ну что ж, всем пока-пока. Уху-ху-ху.